Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сегодня принял заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая в эти дни проходит в городе Ташкенте. На встрече были обсуждены актуальные вопросы двухсторонней экономической повестки. Глава нашего государства приветствовал успешную организацию проведения форума «Иннопром» с участием свыше 5000 представителей бизнеса из 35 стран. Особое внимание было уделено сохранению динамики товарооборота и углублению промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики. Отмечены широкие возможности дальнейшего развития практического партнерства регионов двух стран и насыщения повестки взаимодействия конкретными проектами. В качестве примера приведен запуск технологического парка в Джизакской области на этой неделе. Подчеркнута важность ускорения подготовки и реализации инвестиционных проектов в рамках деятельности проектного офиса, в том числе по таким направлениям, как машиностроение, сельское хозяйство, текстильная промышленность, фармацевтика и в других отраслях. Отмечен также интерес к внедрению российского опыта поддержки промышленного производства и необходимость усиления институциональных механизмов продвижения совместных проектов. В 2021 году стартовало выездное «Иннопром» в Ташкенте. И мы сегодня видим, что и даже площади, те, которые есть выставочные на сегодняшний день, они уже полностью заполнены. И наши коллеги из Узбекистана планируют расширять в дальнейшем площади для проведения таких мероприятий, потому что желающих больше, потому что те производственные кооперации, которые формируются от площадки к площадке, от мероприятия к мероприятию, они дают возможность на развитие, ну а формируя новые производственные проекты, это вклад в торгово-экономические отношения. И происходит это в первую очередь, конечно же, все благодаря поддержке наших президентов, их отношения и огромная благодарность Шавкату Мирамановичу за те инициативы со стороны бизнеса, с которыми мы выходим и формируем комфортные условия для того, чтобы все эти проекты реализовывались. А что касается сегодняшних переговоров с Шавкатом Мирамоновичем, он в очередной раз поддержал те направления, где мы видим перспективы развития. Это в области фармацевтики, автопром, узбекские железные дороги, ну и ряд других направлений мы закладываем на будущее для того, чтобы обеспечивать в первую очередь расширение промышленной кооперации. И это будет вкладом для торгово-экономических отношений, не забывая при этом гуманитарное начало и культурные проекты.